Я помню, у нас было первые 6 мест, претендовали на поездку на чемпионат Европы и мира, поэтому борьба была не на жизнь, а на смерть. Юлия Тюркева на ваших экранах, 16-летняя девчонка. Она вообще одна из самых молодых участниц этого чемпионата. Чемпионка своей страны 2011 года, правда, среди юниоров. Очень, как бы сказать так, позитивно она откаталась на чемпионате Европы, заняла там 15-е место, была абсолютно довольна, абсолютно. Вот на нее, мне кажется, особый никакой груз ответственности не давит. Катайся, набирайся опыта, получай удовольствие, народ радует. Вот как вот начинает эта музыка играть, так прям вот хочется сразу кататься почему-то. Мне почему-то кажется, что двойной акцент сделала Юлия, Джулия. Мне почему-то кажется, что вот выбор музыки – это тоже какой-то плюс, потому что иной раз вроде катается, вроде все хорошо, но музыка настолько, скажем так, грустная, что и рука не поднимается что-то куда-то прибавить. Когда музыка, она воодушевляет, прям и смотреть хочется. Ну, она 2 тулупа до этого сделала, тоже 3 плюс 2. Так, да. Это все пока чистенько, но, не знаю, согласишься со мной, немножко такое еще подростковое катание. Ну, видно, да, что вот... видно, просто видно. Ну, кстати, я вот смотрю в экран и смотрю живьем, и действительно разница есть, она видна. Тройной сальхов. Нету вот элементы недосказаны. Нет, вот рука, она недосказана до конца. Она вроде есть, вот она автоматически. Сейчас спинку чуть-чуть выпрямить. Вот, кстати, еще один тренинг. Вот последите за руками, вот с руками еще, конечно, не работает. Двойной аксель. Вот как тут раз сделано, а потом раз, и руки опускаются. Ну, она молодец. Посмотри, едет на скорости. Что ее отличает от тех девчонок, которые да, уже Да, без видели. Лишних нервов. Хорошо, она немного в себе, но это ведь тоже как бы, да, такая вещь, которая со временем появляется, когда ты уже катаешься, тебе кажется, что ты в себе катаешься, на самом деле ты уже на публике весь, поэтому... Главное, что есть, как бы видно, что есть перспектива. Двойной лутц, двойной тулуп, хотела прыгнуть в Ридберге, но не получилось. Прыжок вращения, интересная позиция. Какой-то он с согнутыми ногами. Ну, расслабилась, ну, улыбается. Молодец. Ну что, она все прыгнула? Да, все, что было заявлено, она сделала. Единственное, что не сложился у нее Ридбергер. Ножку нужно вывернуть немножечко.
Мы сделали паузу, потому что Ирина Слуцкая тоже так заканчивала, сидя на комментаторской позиции, сделала такую позу рукой. Как это называется у вас? Это финал моей произвольной программы был. Какого сезона? Хороший вопрос. Одного из хороших сезонов, да. Позитивная произвольная программа. Очень хорошая произвольная программа. У меня очень был...